19 августа Православная Церковь празднует Преображение Господне. Православные христиане стараются посетить свои храмы, помолиться Богу, исповедаться и причаститься святых христовых тайн. По завершению богослужения, в этот день, когда преображается весь мир, по обычаю освящаются плоды нового урожая, и все стараются угостить ими друг друга. В народе еще называют «яблочный спас». В этот день в городском саду города Краснодара состоялось мероприятие с участием мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в мероприятии принял участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Александр Игнатов. С праздником, с преображением Господь, который заставляет каждого из нас задуматься о заповедях, которые даны Богом, о Боге, который сказал о Христе: слушайте Его, ходите в храмы Божии, читайте Евангелие, молитесь Богу и живите по-божьему. После всего того, что было в церкви, то, что было сегодня сказано, мне и тоже хотелось сегодня окропить плоды нового урожая. Пусть на здоровье будут эти плоды, которые сегодня уже приготовлены. Отец Александр вместе с казаками окропили святой водой плоды, поздравили с праздником Преображения Господня участников и гостей мероприятия. Среди них были и взрослые, и дети, на лицах которых было много радости и улыбок. Но самое главное, что для многих это была радость встречи со священником. Особенно для тех, кто редко посещает храм. Много милости, что грешников нас милует и милует. Возможность получить благословение, поговорить о Боге и задать вопросы. Что вы сейчас сделали вообще-то? Благословение получила. Так. На добрые дела. Правильно. Естественно, на свою работу, которой я занималась. Ну, вообще, чтобы Господь видел, помогал. И благословил. И благословлял обязательно. Мы приносим в церковь плоды, которые созрели под лучами солнца. Так и душа человека под влиянием благодатных лучей духовно растет, развивается, преображается и созревает для жизни вечной. Но главное событие, которое отмечает церковь в этот день, касается вовсе не яблок. Какие главные выводы мы должны сделать из сегодняшнего праздника? Нам нужно обратиться к Богу всем, братья и сестры, краснодарцы. Пока мы не обратимся к Богу, наша жизнь не преобразится. Сегодняшнее преображение зовет преобразиться каждого из нас. Преображение Господне – это праздник в честь Иисуса Христа. Да, есть такая добрая традиция освящать яблоки в этот день, но не это меняет жизнь человека, а покаяние, исповедание грехов и перемена своей жизни.